Также сегодня в Нижневартовске глава региона приняла участие в новоселье. Квартиры в новом микрорайоне получили более 200 семей. В основном это жильцы ветхого фонда. Праздника они ждали 30, а то и 40 лет. По условиям окружной программы новое жилье по площади не меньше, чем было у переселяющихся. Добавлю, что все квартиры выполнены с отделкой под ключ. Очень удачный год получился, как бы сказать. Мы ждали 30 лет, уже не поверили. Сказали, что все, жилья не будет. И вот раз неожиданно сказали, все, собирайтесь резко, получаете жилье. Большая часть квартир приобретена администрацией города. В этом году Нижневартовску из окружного бюджета выделили на эти цели около 700 миллионов рублей. Еще 300 миллионов для выплаты социальных пособий тем, кто проживает в Балках. Впереди Новый год, осталось совсем немного времени, поэтому мои поздравления, я присоединяюсь, вернее, к поздравлениям Деда Мороза и Снегурочки, которые здесь активно участвуют и присутствуют в этом празднике. Дай Бог, чтобы в каждой квартире, в каждом доме жили счастливо, тепло, дружно, рожали детей, гуляли свадьбы, дни рождения. Дай Бог, что все ладилось у нас. С праздником!